снится нам не рокот космодром. Эй, йоу, YouTube, привет! Это новый, как всегда, пушечный выпуск Stars Bass. И сегодня я врываюсь в город для того, чтобы навалить на этой прекрасной малышке, громкой малышке, те треки, которые вы пишете в комментариях. Сегодня получился классный плейлист, ведь в нем есть как и новые хиты из трендов всяческих площадок, так и старые хиты, под которые когда-то вы все танцевали. Так что мы обязательно угодим как и новой аудитории, более молодой, так и старой, более уже повзрослевшей. Так что ставь лайк авансом этому ролику, вытирай слезу ностальгии и вперед смотреть ролик, где я наваливаю погоду, те треки, которые вы пишете в комментариях, а мы снимаем для вас реакции под эти треки. Я вообще делаю, что хочу. Хочу вам, ты звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю вид, и даже за деньги, да. Я подумаю, потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Не путю, но кому я говорю?
свет. Нам с тобой не поймать никогда. Наш мир убогий, и в нем нет ни капли души. Везде порог, ну а ты не сдавайся, дыши. Наш мир убогий, и в нем нет ни капли души. Везде порог, ну а ты дыши. И как вы уже поняли по названию ролика, я сегодня буду устанавливать новые динамики от компании DL Audio. Это Феникс Спорт 20-ки, ровно такого же типа размера, которые стоят у меня в дверях. А все потому, что я уже 2 года езжу на одних и тех же динамиках, и хотелось бы немножечко модернизировать свой автомобиль. Тем более, эти динамики просто одни из самых громких, которых есть на рынке, немножечко рассыпается. Сегодня погодные условия просто, конечно, жесть. Ветер, вьюга, снег, но, блин, нам не остается ничего, кроме того, как взять и установить эти динамики, потому что уже вот просто уже мозолят руки, уже хочется поставить новые дины и услышать, как они звучат. Но перед этим давайте проведем небольшой тест, как звучали, вот как звучат сейчас вот старые динамики, которые установлены в дверях, замерим их на датчик и сравним качество звучания этих динамиков и тех, которых мы установим. Погнали! Nigga, I don't mind, yeah. I smoke a blunt tonight, yeah. I lost my sight, yeah. You know my type, yeah. And if I die, I die, yeah. Также хотелось бы отметить зажимные терминалы, что очень удобно на самом деле, хотя у меня в дверях все сделано под лопатку. Просто на будущее, те, кто будет покупать или рассматривать эти динамики к покупке, знайте, что очень удобно их реально коммутировать. И магнитка просто, я не знаю, чтобы вот сравнить с АМП, я думаю, ну тут как бы очевидно, да, разница, он и весит, ну... На полкило как минимум точно больше. Я уже в предвкушении, я уже хочу быстрее поставить и послушать. Громкость 50. Тут у меня все готово. На телефоне тоже готово. Нажимаю старт. Готов, сейчас будет громко. Такой вот результат, 112 децибел, 52 сотых. Сейчас включим динамики от компании DL Audio Phoenix Sport и смотрим, какой будет результат на этих динамиках. Громкость. Также полтинник. Трек пирамид. Стартую. Ну, ребята, я не знаю, нужно ли что-то мне объяснять, честно сказать. По ушам. Это кратно громче, реально вам говорю.
Какой панч просто от этих динамиков. Как они на нереальной громкости, когда выкручиваешь, режут уши просто, тебе вот выворачивают их. Ребят, это громкие динамики. Они кратно громче. Я думаю, что реакции теперь на улице будет также кратно больше. Потому что раньше меня было слышно на сотни метров вперед, сейчас будет слышно на 200. В общем, динамики вот такие вот бомбезные. Я всем из вас советую. Ссылки на компанию DL Audio будут в описании. Ребят, покупайте динамики, кайфуйте от музыки, от жизни, от всего. Как-то так. Не дает покой, ведь ты сама захотела. Но ты как Мэрилин Монро, как сладкое вино. Ты хочешь одного, и я устрою нам кино. Ты как Мэрилин Монро, как сладкое вино. Ты хочешь одного, и я устрою нам кино. Открываю балтику, набираю братиков. Хотя не из пальчиков, хотя тут у датчиков. Открываю балтику, набираю братиков. Я открываю балтику, набираю братиков. Хотя не из пальчиков, хотя тут у датчиков. Открываю балтику, набираю братиков. Ой, желаешь, расскажу.
чистить.